В этом году формат конкурса «Мисс Конаково» разительно отличается от мероприятий прошлых лет. Сегодня в создании шоу задействованы лучшие мастера города – фотографы, видеооператоры, стилисты, режиссеры и многие другие. Для каждой участницы будет создано профессиональное портфолио «Шит наряд», а над прической и макияжем будут колдовать персональные стилисты и визажисты. В этом году у нас формат немножко другой, и девочки настолько подружились, что нам не хотелось разъединять их вообще. Хотелось вот эту команду единую, вот каким-то образом и показать, насколько они дружны стали. То есть, если раньше они были вот каждый в своем кружочке, или в квадратике, там, или в листике, то в этом году они все вместе. Вот смысл именно в этом. Неожиданно, конечно, но они подружились. Они не конкурентки, они не соперницы, они стали подружками. На афише участницы предстанут в ярких платьях и с цветами в волосах. Атрибуты для фотосессии собирали, можно сказать, всем миром. Сложнее всего оказалось достать музыкальные инструменты. Но все же добрые люди нашлись, одолжили. Саксофон, бубен, укулеле, трубу, маракас и многое другое. Все люди, которые отозвались и которые помогли нам с инструментом, мы им говорим отдельное спасибо. Очень сожалеем, что нам музыкальная школа отказалась дать музыкальные инструменты. Но мы справились. Мы справились и так. По словам организатора конкурса и многих родителей, девочки в этой фотосессии раскрылись с новой стороны. Стали более раскрепощенными перед камерами. Пропало стеснение, скованность и неуверенность. А это именно те качества, которые могут помешать на пути к победе в конкурсе. В скором времени по всему городу будут расклеены афиши «Мисс Конаково 2015». И, возможно, те, кто еще не определился с выбором фаворитки, отметят для себя лучшую.